Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому, братья и сестры! Продолжаем проводить собор Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, собор нашей Киевской Архиепископии этого года, 2023-го, посвящен столетнему юбилею православного обновленчества. Православное обновленческое движение, зарождаясь еще больше 100 лет тому назад на северо-западе, в Петрограде, Колпино, родилось в 23-м году, в 1923 году, ровно 100 лет тому назад, в эти самые дни. С 29 апреля по 9 мая ежегодно в календаре нашей церкви обозначено как Дни памяти второго поместного Всероссийского собора, на котором, собственно, обновленчество официально уже получило свое рождение. И в этом году столетний наш юбилей. По милости Господи, наша Киевская архиепископия Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиепископом которой ваш покорный слуга являюсь я, мы продолжаем дело обновленцев. Сегодня не только мы, конечно, сегодня вообще вот на постсоветском, постимперском пространстве уже есть некоторые течения, да, некоторые ветви православные, неканонических таких, да, православных церквей, или второканонических, как мы еще порой говорим, которые так или иначе продолжают такие тенденции, да, вот эти реформаторские, продолжают традиции обновленческие. Вот, слава Богу. И наша Киевская архиепископия с самого начала своего появления, это в 2000 году получается, да, ну и ваш покорный слуга с самого 96-го года, с момента выхода из РПЦМП, из канонической традиционной такой, да, традиционалистской Русской Православной Церкви Московского Патриархата, да, в начале 96-го года как раз, да, я выходил из РПЦ, то, собственно, именно обновленческое движение, обновленчество, это моя стихия, это моя жизнь, это мое призвание от Бога Всевышнего. И тружусь на этом поприще с благодарением Богу за то, что действительно, да, Его планы исполняются на всей земле. И церковь живая, и православная церковь также живая церковь, друзья, братья и сестры. И все мировое христианство. В эти дни мы молимся за все страны, за все народы. Такой уголок такой как раз сделан к собору, о молитве, потому что говорим мы и молимся действительно за все страны, за все народы, на всех континентах, потому что Церковь Христова, она интернациональна, она межконтинентальна, она общечеловеческая церковь, можно так сказать, весь мир Божий приход, весь мир Божья церковь, потому что ибо так возлюбил Бог весь этот мир, все творение свое отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И благодарим Бога за жизнь вечную, за дар Божий. И Евангелие Царства распространяется ныне по всему лицу земли. Слава Богу! Братья и сестры, огромное всем спасибо за молитвы, за участие ваше. Я благословляю всех верующих разной конфессии, разной деноминации, принимающих участие, да, в этом служении, непростом очень служении. Со своей стороны я стараюсь принимать участие в служении, ну, так или иначе, ну, всех известных и малоизвестных, и общеизвестных христианских конфессий, деноминаций, течений различных. Многоветвистое древо Царства Божье, но корень у нас один, и древо оно одно на самом-то деле. Ветвей много, и древних, и молодых порослей, да, и пустоцветов, и плодоносящих, и привитых, и отпадших, и диких, и природных. Вообще множество разных ветвей на древе Царства Божьего. И все древо, Господь хочет вообще, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И вот это как раз, да, вот фон как раз именно об этом. Все народы, все племена, хвалите Господа, царя царей, Бога богов. Благословляю вас, люди добрые, братья и сестры мои, дети Божьи. Благословляю всех вас во имя сладчайшего нашего, любимого нашего Господа Иисуса Христа. И ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. И мы спасены, и мы спасаемся. Слава Искупителю рода человеческого.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь.